атаману луганских тамплиеров посвящается этот сингл. Есть в Луганске такой герой, журналистов не бьет он рукой, депутат по мандату он, а по жизни обычный дон, верный подданный Демоле, и купается он в бабле. Может порчу наслать, но всех нас не зачаруешь, нас рать. Арсен Люпен, избранник очень странный. Арсен Люпен, коварный тамплиер. Арсен Люпен колдует непрестанно, но мы с него не будем брать пример. Учиться заклинаниям интересно, и каждый день шаманов бубен бить. Но силою заклятия, если честно, он вряд ли сможет лампочку разбить. Арсен Люпен, звезда телеканала. А что и рта? Приличный. И канал. Толкал он речь неграмотно, но рьяно. И всем грозил, что вновь уйдет в астрал. Скажу вам, луганчане, по секрету, он лично с Гарри Поттером знаком. Я вас прошу, прислушайтесь к совету, его нельзя пускать в приличный дом. Арсен Люпен, а с виду так приличный. Арсен Люпен, веселый тамплиер. Арсен Люпен шаманит на отлично, но мы с него не будем брать пример. Арсен на мэра компру собирает, и губернатор может отгрести. И в куклы с тряпок гвозди он вонзает, в надежде депутатов извести. Арсен Люпен Ляшко не даст он шансов. Арсен Люпен суровый тамплиер. Арсен Люпен без совести и мансов, но мы с него не будем брать пример. Арсен Люпен избранник очень странный. Арсен Люпен прикольный тамплиер. Арсен Люпен шаманит непрестанно, но мы с него не будем брать пример. Арсен Люпен так приличный. Арсен Люпен веселый тамплиер. Арсен Люпен шаманит на отлично, но мы с него не будем брать пример. Отлично, все.